поддержал Талгат Асой из сборной команды Турции. И вот весовая категория до 71 килограмма, но здесь не было боя финального. Португалец снялся, и победа досталась Резвану Исаеву. Давайте все-таки скажем вот о Резване несколько слов. Школа Волгоградская. Соломин Дмитрий, Тулиев Виктор Петрович. Это еще одни представители яркой школы Волгограда. Португалец не зря снялся, потому что Резван давно шел к своим титулам. И он достойно стал чемпионом Европы.